Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в городе Тайджун. И сейчас я хочу вам рассказать, как оплачивать проезд здесь в автобусах, в поездах люди на Тайване. Можете купить вот такие вот карты. Они продаются в сети магазинах 7-Eleven, Family Mart. На них вы ложите 100 местных долларов. 3 доллара можешь положить. Но самый большой плюс то, что первые 15 километров будут бесплатно. В автобусе находится такая электронная панель, в которой вы эту карточку прилаживаете. И она засчитывает то место, откуда вы зашли. И крайняя точка, где вы выходите. То же самое касается и поездов. При входе на станцию прилаживаете эту карточку к сенсорной панели. Она засчитывает станцию, в которую вы зашли. И потом, когда вы выходите на вашей станции, она высчитывает, сколько вы проехали. И потом снимается денег с этой карточки. Вот. На панели это все показывается. На панели вы можете увидеть, сколько у вас денег осталось на карточке. Так что вот так люди оплачивают здесь за проезд. Карточку можно загнать в минуса, но нежелательно это делать. Придется по-любому либо покупать карточку, либо же ее опять с минусов выгонять. Такой карты 100 инти стоит, 3 доллара. Вот. Кондиционеры, все чистенько, все красиво, вот. Все отлично. Что мне еще здесь нравится, есть места для либо для беременных, либо для инвалидов. Как вы видите, здесь много людей сейчас в автобусе, и никто не занимает это место. Хоть людей много, но место все равно свободно. Вот. Минус 8 копеек. Помимо передвижения на поезде или на автобусе, спокойно можете передвигаться на мопеде. Можете путешествовать на мопеде. В принципе, что мы и делаем здесь. Такие электронные табло. Смотрим, где наш поезд. Те, что я говорил, не загоняйте карту в минуса. Вот, меня только что не пустило. Пришлось пойти купить вот на кассе такой билетик. Вот, мы изначально смотрим в интернете расписание поездов, запоминаем просто номер, который нам нужен. Вот. И приходим, просто ориентируемся, с какой платформы отправляется поезд. Мы зашли на train station, дальше я вам покажу, как здесь. Не в поездах, это больше электрички, как в электричках здесь. Так же, как и в автобусах, очень комфортно. Есть мягкие сиденья, есть кондиционер. Главное, в каждом вагоне есть туалет. Тоже один из многих плюсов здесь. На тайванском объявляют станцию, так и на английском. Вот, вы можете увидеть табло сейчас. И показывается, на какой станции вы сейчас едете и какая следующая станция у вас. Очень удобно и все понятно. Для иностранца, который не владеет тайванским языком, это очень удобно. Вот так мы добрались до нашей деревушки. Тайджуна или Тайджуна. Надеюсь, это видео было для вас познавательным. Так что не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх. Всем пока! Для иностранца, который не владает... Не... В каждом автобусе все передвигают... И...